Вчера начала делать шкатулки, сегодня открыла ИП. Подобные истории здесь могут рассказать многие. Конференция «Алтай. Земля возможностей» собрала представителей бизнеса, творчества и власти. Один из главных вопросов встречи – где грань между хобби и бизнесом и как ее поскорее перейти? Мы сегодня будем говорить, что наше творчество – это наш бизнес. И, безусловно, без государственной поддержки невозможно вообще просто вот это понятие. Подобные слеты еще никто не проводил, потому что ремесленники, безусловно, проходят выставки очень много. Но вот такой открытый диалог еще никто не создавал. Мы попробуем. Хотим, чтобы эта конференция стала у нас таким популярным событием и ежегодным. И успешные бизнесмены, и начинающие встретились на территории фонда развития малого и среднего предпринимательства. Здесь давно помогают делать первые шаги в своем деле, а сегодня объяснили, творчество – это перспективная ниша для бизнеса, потому что сегодня все дороги ведут в кастомизацию. Кастомизация – это подразумевает индивидуальный подход к потребностям клиента. В интернете бизнеса любых форматов много, и каждый он заточен как раз под индивидуальный спрос. Мне захотелось сделать брошь немыслимой красоты по моему эскизу. Я ее могу заказать без проблем. Мне ее через 2 дня привезут в любом исполнении. Я только заплатил. И это будет уже не ширпотреб, это будет эксклюзив. А площадка для реализации эксклюзива – соцсети. И тому, кто хочет монетизировать творчество, уже не нужно открывать лавку. Достаточно создать конкурентный продукт. А задача таких конференций, как говорят организаторы, – дать стимул. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.